Как ходят в магазин разные знаки зодиака. Часть первая. Батончик с белым шоколадом. С капустом. Смотри, какие классные. Так, мне нужно взять яйца, приправу и молоко. Давай посмотри. Ну что так медленно? Надо было взять картину. Слишком большая упаковка. Слишком много приправ. Майонез. Лёш, сходи в магазин. Я есть хочу. Как ходят в магазин разные знаки зодиака. Часть вторая. Девушка, а подскажите, пожалуйста, сколько эта книжка стоит? Вот как я должна понять, сколько она стоит? Здесь ни одного ценника нет. Так, ищем скидки. Чай по скидке? Нутелла со скидкой. Молоко, что у нас тут по составу? Вообще ничего натурального, кошмар какой. Девушка, а подскажите, пожалуйста, вот какая шоколадка лучше, вот эта или вот эта? Нужно купить хлеб и кофе. Девушки поймут. Когда надоело ходить с распущенными волосами, и ты решаешь сделать прическу, но спустя несколько минут понимаешь, что руки у тебя растут не из того места, и распущенные волосы – это не так уж и плохо. Вещи, которые бесят в кинотеатре. Когда твой сосед без конца шуршит упаковками и громко ест чипсы и попкорн. What the fuck? Когда люди громко обсуждают фильм, который идет на экране. What the fuck? Или когда человек, который сидит сзади тебя, постоянно пинает спинку твоего кресла. What the fuck? Девушки поймут. Когда приходишь в салон и просишь подровнять кончики буквально на пару сантиметров, парикмахер тебя понимает, но в итоге отстригает половину длины волос. Неловкие ситуации. Когда решила напугать подругу, но вместо нее оказалась учительница. Упс. Когда перешла дорогу в неположенном месте, а там оказалось стоят сотрудники ГИБДД. Упс. Когда начинаешь очень громко икать в каком-нибудь людном месте. Упс.